Ну, не получилась эта мыльная банка. Ну, покрылась она вся пузырями. Что с ней делать? Конечно же, порезать. А пока вы наслаждаетесь процессом, расскажу вам одну коротенькую историю, которая со мной произошла совсем недавно. Некоторое время назад мне в Инстаграме написала девушка и заказала мыло. Когда заказ был готов, мы с ней списались и договорились о дне и о времени самовывоза. И вот настает день X. Проходит час, второй, девушки все нету. Захожу в Инстаграм, смотрю, она пишет: «А ничего, если я приеду к вам в ближайшее время?» Я отвечаю, что через полчаса мне нужно уезжать, поэтому если вы успеете за это время, то приезжайте. Девушка отвечает, что да, конечно, я успею, еду к вам. Прошло полчаса, а девушки все нету. Пишу ей снова, спрашиваю: «Вы где находитесь? Через сколько будете?» Напоминаю ей еще раз, что у меня встреча и я на нее опаздываю. Она мне говорит, что вот-вот я уже здесь рядом, 5 минут буквально, и я уже у вас. Через 5 минут пишет мне: «Я на месте». Я говорю: «Я на месте уже давно». Она говорит: «Я вас не вижу». Фоткаю ей место, где нужно стоять. Она мне пишет: «Да-да, я прям тут стою». И тут я понимаю, что что-то странное происходит. Кидаю ей свой номер, говорю: «Наберите меня, пожалуйста, и мы с вами состыкуемся». В ответ: «Хорошо, но, как вы можете догадываться, через 5, через 10 минут никто меня так и не набрал». С тех пор прошло уже несколько недель, а вести от этой девушки как не было, так и нет.